Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – праздничное настроение. Троллейбус 11 маршрута весь в новогодних огнях. Но это снаружи, а внутри все еще более занимательно. За рулем Дед Мороз, кондуктор – Снегурочка. И еще один зимний волшебник с внучкой встречают пассажиров в дверях. От лица Деда Мороза и Ивановского троллейбуса в 2019 году я желаю, чтобы все почаще ездили на нашем общественном транспорте. Быть Снегурочкой Любови Бусовой уже не впервой. Обелечивает ивановцев в голубой шубке и шапочке. И тут уже не до счастливого билета. Вся поездка – сплошной позитив. Праздничные настроения, улыбаются. Говорят, очень все это здорово сделано. Троллейбус им наш нравится. Светло, тепло, чистый и красивый. Дед Мороз и Снегурочка приготовили сюрпризы. Пассажирам предлагают несложные загадки. Самым смекалистым в подарок – мандарин. Этот ароматный цитрус – неотъемлемый атрибут праздника. Это очень прикольно и весело, если честно. Неожиданно. Но очень круто. Было бы хорошо, если всегда так было. Ну и побольше таких троллейбусов. Какое-то, не знаю, настроение придает. Весело становится, прям новогоднее настроение появляется. Дед Мороз и Снегурочка – подарок МУП ИПТ своим пассажирам. Новогоднее настроение для всех, кто выбирает безопасный экологичный транспорт. Сказочные гости ездили в троллейбусе 2 дня на предпраздничной неделе. А вот сам рогатый будет курсировать по городу нарядным все новогодние праздники. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.